РБК добью сейчас. Не-не, следующий босс, вот, кстати, интересный, блядь, и не то, что этот. Ну, блядь, значит, не можно пинать. Ну что, только на ребро, блядь, пришли, нахуй. Да. До профа идем минимум сидеть. Так, потом скажешь свой ник, я тебе отдельно. Идем, Юмакс, Юмакс, я скажу, Мор. Сейчас тут босс послался, предластся, что тебе. Женя, ты уходишь? Ну давай, отразила и пойду. Okay. Давайте, ладно, шмотки потом разъебашим, еще времени 2 часа есть. Да сейчас разъебашим, блядь, пусть ребят порадуются, говно. Да есть, 2 часа еще. Ребят, берите другой трэш, пожалуйста, танки. Идите РДД, РДД милики, бейте, блядь, другой трэш. Потом Сенджик забирай, черепок еще беги, можешь сразу уже забирать все. Или Андрей, кто там. А ты забирай все есть остальное, Сэнджит. Ребята, а что там, кстати, по хилу с ребра можете показать? Отвечу, я тебе начислю отдельно Азерон и Непаль. Так, тебе и Нью Максу еще отдельно. А мне не гоните, пожалуйста, за хил. ДЦ, хуёвый хил, Женька. Ну, блядь, он хуёвый. Давай вон брать. Если, блядь, ДЦ не одетый, он, да, как вчера, блядь, был, блядь, у Шаки. Нахуй, я стесишь, блядь, я хуеваешь в рейде один. ДЦ топ-хил, как ни крути. Ну, топ-хил. Конечно, топ-хил. Просто надо правильно с ним играть. У меня другие показатели. Ну, типа, если ты вот, короче, в десятках чисто бросаешь фиточки, да, он бомб, типа. Если ты десятках комбинируешь фил, типа, тогда классно. В 25-ках он, типа, блядь, много особишь, там овер дохуя. Ну, 25-ка не говорим, я говорю про десятки. У меня ДЦ на третьем месте. Ну, я был на третьем месте. Я на четвертом. Ну, я не знаю, как ты по-разному всех считает. Всех по-разному. А я на 11. Мне показано было он на первом, я на втором, а ДЦ на втором. Окей, считает почему по-разному. У ДТЛ у каждого стоит время отсчета разное. Не у всех стоит типа быстро, у кого-то секунда стоит, у кого-то может две, это раз. Второй у меня вообще, еще есть выходной ТПС, ну типа там активный и пассивный типа. Вот в этом всем и разница, то есть у вас получается постоянно. Так, ребята, теперь нужен будет по-любому чмыга, 100%. Могу я. А долго? Сколько мы будем тратить по времени? Просто я бы ушел, Геннадий, с работы. Потратим полчасика, может быть, час максимум. Ну, полчаса есть, потом нет, просто, ну, чтобы я вас не надел. Так, будет, ну, типа, посмотреть. ДТЛ сработает по 7 этого. Как, блядь, называют? Стадово. Так, тебе, Гламур, надо уходить уже. А ты вернешься еще? А Воу есть у нас в рейде, в этом дичи или нет? Воу бы еще не нужен был бы. Там он, это, твоя сестра сидит, можешь заменить. Ну, если жить тебе капец как надо, то, конечно, заменю. То иди тогда. Если есть время на трай, то там пару траев, то оставайся. Ну, трай, чмыгу по-любому надо вредить. Я надеялся, что придет, конечно, на блядь, один там. Ну, я никогда не смотрю, короче, чисто в топ. Я смотрю всегда сила в топ. Так, сколько у нее миллионов? 90. Бля. А сколько у нее берса? 10? Кстати, да. 600 тысяч у меня Войт украл от хила. Типа ему считалось мое 3-4. Когда я на танк вешал, он еще так вешал. Бывает проблема. Как решать? Ну я вот считал, если переводить ее на 6,5 минут до берсы, ну то есть за 3,5 минуты, там тотал ДПС где-то 250 тысяч надо, чтобы убить ее. Сколько надо? Ну, у нас минус милики, понимаешь. Ну где-то 250 тысяч надо тотала.
Так. Ну что, это почти, не, почти нереально. Ну смотри, 1-2 трая могу, и все, потом точно уйду. Хорошо. Так, ладно, пока. Ну чмыку надо по-любому вместо кого-то. Кто тут меньше всех дамажил? И сколько у нас миликов? Так, леговая, смерти, бета-тестер, 4. Один рога не нужен здесь. Бенни Бинаси, давай пока ты на замену, чмыга вместо тебя. Меньше даешь. Боюсь, блядь, для хера там, блядь, чмыг. Кто он опять уже будет делать такого? Андрюха, по-любому ДПС у нас не хватит, если не ставить, если ее в центре здесь не ебашить. Поэтому можешь помочь? Помогите метки, если вы мне метки забадали. Не ставьте только ближе. Где позбили? В центре, вот здесь. Вот здесь, в центре. Бить. А метки расставить так, чтобы вот эта зона была свободна, откуда бомбы выходят. Вот тут, тут метку, то есть, не ставить. Вот крайняя метка сюда, с этой стороны. Одна метка сюда. Одна метка там, где параллельно бобёне этой. Потом сюда. Здесь опять свободно. Одну метку сюда. И здесь по центру тоже не ставите. Смотри, главное, эти метки разбросают, ты сюда вот как-то, да, сюда? Да, нет, сюда не ставь как раз, там уж мобы выходят, чтоб там не было РДФ. Плос, вот, куда, блядь? Сейчас, квадрат вот сюда ебани. Давай сюда еще одну метку, вот. Сюда метку. Сюда. Ну, у нас ДПС по-другому не хватит, если бить там, как мы обычно убивали. Нет, я не про то. Я к тому, что типа вот эта линия, которая квадрат луна, трусы ром, это должна быть линия миликов, которые ебашат прям, чтобы с третьим танком. Типа тут, ну, не должно вообще быть никого. Типа, соответственно, типа, ну, понял? Ну, дай выскажу сомнение, ты там уже хочешь сделать, как тебе нужно. Короче, вот, соответственно, если ты хочешь бить с этой стороны, типа, босс в центре, то бишь, для зоны должна распределиться у нас условно. Вот, с этой стороны, короче, типа, ну, понял? Типа, ну, метки типа, по зонам, по человеку, по людям, кто там босс освещается, идут, я озвучил. Вот с этой стороны, вот ступень, и так далее, типа, полукругом здесь. А та вся зона должна быть, ну, типа, миликов и танков, которые там трэш ебашат. Я с тобой соглашусь, этот, блядь, может, чисто чуть-чуть. Смотри, трэш же выходит, получается, один отсюда и один... И может, вот ближе от этой херни убирать. Давай квадрат немножко сюда, может, ближе снести. Куда-нибудь. Либо... Я вот. Мягко поставлю, я просто, наверное, тебя не понимаю, что ты хочешь. Я хочу, чтобы вот там, где делал акцент, вот на этом мобе, в первую очередь, чтобы он на РДДшников не пошел. И вот здесь по центру стоял. Там же мобы с одной стороны выходят, когда он с этой стороны ловит мобов. Когда бьет с той стороны, он акцент делал на том мобе, который с левой стороны выходит. И держал их здесь по центру. Вот тут. Втроем мобов. Стан, который будет держать. Ну, дальше. Ну, я понял. Дальше. Этот. Здесь будет стоять вот единственный один будет стоять чмыга. И будет напуливать мобов танка. Вот где-нибудь здесь. Тоже метку можно клипануть. Он будет напуливать моба, который с лестницы выходит. На танк. Вообще, ну, типа... Если... Ну, типа, вот, я понял, что ты хочешь уже, но смотри, вот я вот вижу именно только такой вариант. Вот здесь танчится леди именно везде, ну, типа, не по центру, а везде. Они забирают сразу моба, который выходит, соответственно, танки, те, которые меняются между собой. Типа, это такой вариант тоже, как ты вот хочешь. И частично полукругом сюда становится рейд, в твою сторону, как до ступени. Нет, ну если ты как-то так хочешь, ну просто я хуже знаю. Я хотел по меткам на второй фазе расставить, ну квадратик, конечно, мы далеко поставили, блядь, но начал с квадратиком. Сейчас подумаем, его куда-то ебануть. Далековато. Этот. Давай сюда куда-нибудь квадрат. Что вообще за метки, кстати, что они догоняют? Ну, будут распределены люди по зонам, понимаешь? И там по три, по хила это условно. Будет озвучиться, куда дух идет, и все. Допустим, условно, крест идут, там озвучились крест. А, вы про дух, понял. Теперь, смотрите, босс сразу трех человек кидает в контроль.
Это первый момент. И все намерения обязательно должны снимать пушки. Также, самый важный момент. Перед контролем вы должны все слить свое опасное. Там, масс-сферы, глыб, баблы, паладины, незыбы, зеленки обязательно должны слить. Кофе, ванисты посливать. Вот это вот все должно обязательно. Часовность ты по-любому всегда контролишь, если выходит кто-то. Маша, ты тоже помогаешь контролить. И третий человек, ну, будем все вместе пробовать контролить. Пробую я. Обязательно контролить людей. Также, мелики, если контроль будет, допустим, вы бьете босса, либо бьете мобов. Контроль. Я озвучивал вам этот момент. Вы немножко отбежали, чтобы вы не поубивали друг друга. То есть отбежали чуть-чуть буквально. Не вас за контролем, а обратно пошли бить. Также, следите, выходят мобы. Мобы, которые с топорами, они кливают, они убивают. Если вы будете забегать им под лицо, вы же умирать. Поэтому обязательно уходите с под лица этих мобов. Также, кто может давать дизармы, не жалеть. Подстанивать тоже можете подстанивать, без миликов это касается. Обязательно, главное, снимайте пушки и во время контроля чуть-чуть отбегайте. Так, потом, если же мы вдруг перевели босса на вторую фазу, начинается вторая фаза. Теперь запоминайте по меткам, как мы будем стоять. На мобах будет у нас уфолог. На мобах будет у нас уфолог. Дима, ты всегда будешь напуливать трэш. Чмы. Кого? Уфолога. Ты напуливаешь сразу моба, который выходит с лестницы. И мобы будут циклично бегать. Это касается четырех миликов. Апокалипсис, Лиговая, Шнурки, Ахиса. Вот эти вот милики будут бить мобов. Если не будет хватать, будет еще бета-тестер помогать им. На второй фазе? Да, на второй фазе вы давайте пятером сразу, в принципе. Бета-тестер okay. тоже помогает. Вы бегаете. По-моему, мобы выходят вначале с правой стороны, если не ошибаюсь. Они выходят с правой, потом следующие мобы будут с левой. И они так будут чередоваться. С правой, с левой. Напоминаю, вы не заходите ни в коем случае под лицо. И чмыга напуливается, напулил мобов, пошел поиграть сразу по боссам тоже. Вы убили мобов, пошли бить босса. Если, ну, это в идеале все так должно быть. Контроль. Вы немножко отбежали от босса, чтобы вы не поубивали никого и вас никто не убил. Такой момент. Также, милики, вот, допустим, здесь босс стоит, не стойте одной тут кучкой всегда. Он один, допустим, с этой стороны бьет чуть-чуть, один с этой стороны, один с этой, чтобы лужи не кидалось. А теперь, РДДшники, вы будете все расставлены по меткам, это касается именно второй фазы. Будут танчить на второй фазе Сэнджикс и Вакати босса, а уфолог будет на трэш. Так. Будет в печеньке у нас Элла, Эмобой и Локсар. В ромбике Скибиди, Дексиона, Гламур, Трусы, Марсес, Онну и Джанг. Потом Сацуны, Луна, Крутой Йог. В принципе, можно по два даже ставить, а не по четыре у вас всех. Давай заново. Печеньки, определенно Элла стоит, в ромбике будет стоять... Да, подожди. Короче, в ромбике будет стоять Элла, стоят в печеньке. В ромбике стоят у нас Джанг, Скибиди, Сацунне, Дексиона в Луне, Сацунне, Дексиона Войд, Спирит, Марсес, Квадрат, Гламур, Ону, Крест. И в ромбик, кого не назвал, Числавности, там еще кто-то один станет. Слушай, а я на боссе все фазы, да, сижу? Да. Ну, на первый не надо свечиться, да? Хотя, подожди, на пула нет. Два. Ну, я же говорю, надеялся, что два конца хотя бы взять. Не, давай на первой фазе. На первой фазе ты будешь, потому что, блин... Нет. На какую сторону обязательно? Да. Андрей Уфолог будет ловить босс моба, который идет с лестницы. Сэнджикс ловит мобов, которые идут слева. Вакати ловит мобов, которые идут справа. Так, первая, третья пати бьет справа моба, вторая, четвертая слева. Чмыга напуливает справа. Лестница. Бон, ты слева. А лестница уфолог заберет. Чмыга напуливает лестницу. Ты лестницу на второй фазе напуливаешь. На первой, по напуливай сторону. На первой фазе три танка, они могут воспринять точно. На первой фазе будет уфолог ловить лестницу сам. Это будет тебе касаться именно второй фазы.
Защита тьмы, по-моему, ДБМ сам снимает, но на всякий случай сами снимите тоже, да, защиту тьмы и ставьте ауру от тьмы. Ну все, давайте попробуем чисто. Что тут как вообще, реально, нереально, сколько пиздец. Короче, я походу прослушал, да? Саша, я запуталась. Ты сначала сказал, что я в печеньке, а потом меня не назвал. Так мне где, в ромбике или в печеньке? Если я не назвал, да, ты в ромбике там. Угу. Я под башуметок, у нас до хера стоит. По два человека можно. Зачем мы вас расставили по меткам? Смотрите, будет идти дух. Вы следите, в какую метку он идет. Если он появился в вашей метке, вы тоже чуть-чуть двинулись. Если закинулась лужа в вашу метку, вы тоже чуть-чуть двинулись. То есть вы никогда не находитесь вместе. Стоите на рендже. Обязательно. И уворачивайтесь от духов. Всегда приоритетная задача — убежать от духа. Топаете абсолютно все косты. Не будете стопать — это сразу смерть. Дух, потому что шотает не только вас, а соседнюю цель, которая с вами. Там рендж достаточно большой. Когда взрывается. И также с лужей. Лужа появилась, все косты, и сразу выбегаете. Косты на второй фазе все ДКшник там сбивают. Блядь, вот чуть не выпрыгнул. Ну-ка, дыбнил. Пацаны, а где мы миликами перебираем? На второй фазе. Если доживем. На миликами, ну. Ну вот, миликами вышло, допустим, справа, мобы вышли, пошли бить босса. То есть, если осталось время до милик, до выхода трэша, пошли бить босса. Я озвучиваю контроль, вы немножко отбежали. Чтоб вас не убили. Набрали ранжу. То же самое, когда вы бьете трэш. Короче, в второй фазе пока мы будем просто бить трэш. Мы не будем спать до босса вообще. Не, я знаю. Я говорю, что мы бегаем вот между метками, да? Да похуй. Гораздо. Вы поэтому бегаете. Да, можете по центру, блядь, забегать. Я хочу вас всех стопнуть, простите вас, извините. Я уже устал. Давайте начнем трайд хотя бы первую фазу, потому что до второй фазы еще, блядь, я не знаю, очень далеко. Вы сейчас, блядь, контролями, лузами будете умирать по КД. Давайте научимся хотя бы первую фазу быть. Это правильно, да, давайте, давай. Надо пробовать. Так, блядь. И этот, сейчас, блядь, рыбу поставили еще. И этот, такой момент. На первой фазе тоже милики, когда бьете мобов, если контроль, выбегайте немножко, чтобы вас не поубивали. И под лицо не заходите, как быть. Дети, что за также завис? Мужики в юбках приоритетом, если что, так и были. Я, может быть, прослушал, но слышал, я с какой стороны держу именно трэш, Сенджикс. Женя, с какой ты стороны? Ты, по-моему, с правой, да? В Акате. Да. Ну, ты с левой, значит. Я понял. Сацуна, Джан, Кэла. Кушайте рыбку, куда полетели, пробовать бить. Всё. Ребята, фазу еще для вас мест, для второй фазы. Помощники через 3 секунды приготовьтесь. Под лицо не заходите, по помощникам играем, не держите рейнджерду. Смотрите, под лицо, не заходите под лицо. Под лицо, ни в коем случае. Почему он развернулся, блядь? Молодцы. РДшники сыграли по открывающемуся. Отбежали от него. С лестницы, мол. Гламур, Марсес, Чеславность. Марсеса за контролем. Чеславность по контролю. Гламура. Мы по мобам сыграли, сзади которые. Ты не чешь, что у вас трэш? БР... А, понятно, глаз доха. Ну, давай БР отдадим, Чеславныч по шнуркам. Андрюха по лиговой зоне, да. На мне два моба уже. Вы можете? Контроли приготовились. Играем по мобам. Контроли. Держим рейндж. Милики. Марсеза по контролю. Два хила за контрольте. А покал завис. Марсеза. Сыграйте по мобам, которые сзади. Миль. Они уже, мы РДшники не могут. Стин, здесь РДшный моб. Один РДшный череп под РДшным. С щитом, там второй это стоит. Смели просто. Через 9 секунд. Не забывайте про мобов сзади еще. Мелики отбежали немножко. Контроль скоро будет. Определенно бы тестер ган. Диспал мобов.
Но с таким ДПСом мы никогда его не убьем. Там 74% маны, это пиздец. Это, понял, когда я был вот с Кириллом, тут еще надо понял, чтобы ДЦ силу вампира спалился с мобового. Ну шаманы тоже могут. Ну типа шаманы точечно тут тыкать надо, а ДЦ в два пака ебанул на заспалом, кстати. Все, пойдите. Давай еще порываем, драйва. Внимание. Саш, в один момент можно чисто вот так, для галочки. Смотрите, вот кто-то вот эта пандовская ладошка, которая станет ПВПшный скилл. 55 секунд я просто сейчас стоял и ничего не мог сделать. Контроли чем-то другим, пожалуйста. Скажите, диспайлинг и все. А она не диспайлится, она при получении урона только снимает. Ну, потому что тебя никто не контролил. Я... Это не сон, Андрей, это другое. Это физическая херня. Теперь по поводу этой хуйни. Приоритетом, как только люди законтролились, не жалейте, лучше чуть потратите время, даете контроль. Приоритетом я же назвал, кто контролит. Маша, бета-тестер, ой, Маша, я и Вячеслав, это человек на первой фазе приоритетом контроля. Но это не значит, что вы тоже не контролите, тоже помогайте, помогайте. Законтролили и пошли бить дальше мобов. Также, у нас очень быстро мобы справа, слева точнее падали. Упали мобы слева и не сразу босса бить, а пошли бить мобов по центру, плюс помогать мобов справа. Это касается РДДшников. Милики вам далеко бегать, поэтому можете на босса идти. РДДшники сразу свечаются на первой фазе. Ну, я не знаю, мне кажется, что надо назначить условно три каких-то топовых ДПСера, прям лютых, которые будут просто дарить босса. Да, да, да. Я точно так же, я 5-6 ДД на босса онли назначил. Да, стрельбу. Давай мистер Бонд по-любому тогда бьет. Мистер Бонд. Без напула там пиздец, все милики упадут. Блин, ну вы поймите, я мутик. У меня, блядь, напул, знаете, вот по нулевому мобу, на котором нет ядов, блядь, он тоже такой себе, блядь. Мне вчера мутирога сказал, что у него напул лучше, чем у Шеда. У него лучше. В одну цель. А в несколько хуйня. Ладно. Я ушел, Саша, время. Да. Меликологичный босс, ну или тебе дочкам трэш сливать. Плюс у мобов. Меликов клива больше. Ну да, да, это, это более безопасно. Давай, Бенни Бенащи, этот. Иди в рейд. Смонти Бенни Бенащи. Нам бы три друидов, ДДшников. Ты что, гипать может с лестницы или чеша? Если это небольшой, не с топором моб, потому что он тебе просто... Ну да. Если он если большой, то пусть Андрюха его ведет на тебя, ну с топором. У нас, условно, третий танк брал мобан и просто убегал куда-нибудь за стену. Ну то есть вот как он, я сейчас бегу. Он вот так вот убегал, мог на него агрился и бежал. Давай, Андрюха, тоже так попробуешь. Тоже будет хорошо. И он в итоге заводил. Он в итоге заводил его в пачку с другими мобами, и мы заливали его. Иди тогда к нам налево. У нас налево быстрее сдыхают мобы, чем справа. Кто на боссе? Короче, Я, да. Мистер Бонд на боссе. Ты вагон постоянно сдыхаешь. Кто, блядь? Давай, а пока у мистер Бонд и. Это на первой фазе, на второй вы пойдете. И... Пускай Легалайз тоже. Давай Легалайз ты тоже, да. Давай Легалайз ты тоже. Смотрите, сейчас кто бил во второй пачке слева, давай Эмобой. Эмобой ты бьешь справа, если что. Вторая пачка бьешь справа. Не, ты только справа из второй пачки бил. Ты единственный. Остальная все била слева. Что, next КД продаем брентроль, да? Да. Дайте ребаф по магу и будем запускать. Каску по рогам пристабав. Все, Антон, по факту по КД закидывай в апокало, или в апокало давай триксы, только сразу в него не закидывай, потому что он вырубает свою хуету сразу, они не работают вместе. Когда у него закончится, тогда и закидывай. Хуету, блять. Да. Три вместе не работают, Триксы.
Ой, хватит дохнуть от мобов. Женя, трэш не держит. Ну так, блядь, тут гучи голову, стопай ДПС. Двоих держит, третьего не держит просто. Косты сбивать, тратить. Убежали мобы. Лужа, Сэнджик, смотри за тобой. Контроль будет через 6 секунд, милики особенно аккуратно, смотрите. Смотрите, большой бежит ломать лицо, отбегите. Войд джанк, джанка по контролю. Бен Дебинач не войд из-за контроля. Войда не убейте, блин, алло. Милики, Войд переждать, мог переждать его по раз. Пища, дайте. Играем 5 по мобам. Идет один мид в зону. 7 секунд, МК. Подморозил. Отбеги, Лера, не вникайте его. Подмораживайте. Может маск какой-нибудь подморозить. Да. Марседа по контролю. Рианти выкинул, джан вздох. Ушел вздох. Там, смотрите, обратка, если что, включают кастеры. Да, мы в трэше заклёк, да. 5 секунд, МК. Ну и, короче, рулим лайт хэм, пока время есть. Пошли. Я не хочу там что-то дезморалить, но я считаю, что это проеб времени в данной ситуации. Не, так я тоже считаю так. А можно, ну, можно идти? Идти. Можно идти. Этот. Можно пойти сделать еще один трай, чтобы все просто получились именно не сдыхать от мобов, как их не сдохли. Да, мы захлебываемся в них, типа, понял сам. Тут ДПС-а просто пиздец не хватает, тут 1100 больше должно быть ДПС. Санечка, пойдем в тюрьму закроем, блять. Да, пойдем в тюрьму. Давайте, во-первых, ходить по очереди. Кто там хотел высказаться? Давай. Нортвич, что ты говоришь? В тюрьму пойдем лучше. Не, в тюрьму. Так, давайте, ребят, я не поеду уже, все. Уже поздно. Я понял, охуенно. И теперь, ну, ты понял, у нас проблема, во-первых, типа, у нас не типа вот из сил вампиров, они очень сильно прям ебашат под этой хуйней. Это раз. Два, типа, мы очень сильно захлебываемся в трэш, типа. Первый моб, ну, получается, первый пак в империи, а уже второй выходит. Либо ждать нерфа, либо брать более, менять рейд на более сильных, короче, тех. У нас не самые сильные сегодня в рейде. Много кто из самых дамажащих не пришел. Будрейвена нет, еще человек. Элиты нет. Ну, типа, у нас, например, тотал ДПС 250 тысяч, и мы все равно в трэш тоже захлебывались. Тут на сотку меньше. Это вообще пиздец. Так что мы делаем? Не надо тут вообще пиздец, все нахуй, нормально все нахуй, заебал. Идите в тюрьму. Ну. Да, почему этот. Адерон, тогда спасибо тебе. Спасибо. Так, да, епешим шмотки. Ева. Олег, ты куда? Пошли в тюрьму, ты че на. Я вчера там был, блядь, спасибо. А вы же десятку, да? Вы же десятку и два спектра. А ты чё, другого перца нет? Не, у меня только один. В 25-ку мы идём. В 25-ку? Так мы в 25-ку идём. А, ну всё, ебать, тюрьма 25 это то. Только я 3 минуты могу отойти? Куда? После чая ты идёшь. 10-2, 10-3. Андрюха, поднимай, пожалуйста.